Здравствуйте, зрители ТВ канала, подписчики, всем привет. Вот огородители на литке делаю я, вот видите, да, вот такие. Сейчас поставим, попробуем, потому что что-то мне не нравится нынешняя погода, и начали рыскать ненужные нам квартиранты, мышки по уликам уже смотрю. Так что лучше нам подстраховаться заранее. Вот, ну как сделаю, я вам дальше покажу, как это будет выглядеть. Можно было и сетку взять, но не знаю. У меня есть вот такая сетка. Вот, в принципе, можно было бы такая. Но не знаю, что-то решил я таким способом пойти. С оцинковки сделать, вот, с отрезков, с отходов. Вот. Как-то так, потому что днища сетчатые в основном у многих ульев. И думаю, вентиляции хватать будет. А защита от мышей надо. Ну вот так выглядит литок у меня здесь с сетчатым дном. Видите, вот тут досточка. Вот. Больше-меньше регулируется. А вот так я его прикрутил. Вот, можно на один саморез поставить. Вот, на второй закрутить. Можно на 4, тут вариантов разные. Вот отверстие есть для вылета пчел. Тут посередине, по краю. Вот сейчас я закручу вот так. И, в принципе, мышки не залезут. Потому что улей пеноплексовый, еще будем его изолировать тоже сеткой. И потом еще каким-то защитным материалом, чтобы не ели дятлы его, не долбили. Зимовать будем, думать где. Сейчас зимовники, а сейчас на улице будет зимовать. Его мы подготовили. Сиропчик некоторые выбирают, уже поздно. Вот. Октябрь уже месяц. Ладно, буду дальше делать литки, покажу вам, как это все будет выглядеть. Так что, если вам понравилось видео, ставьте свои лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Вот такой вариант. Правда, я их побеспокоил, вот, и они сейчас повылезали тут, ну, успокоиться будет нормально. Вот, в принципе, можно будет и такой сеточкой вот сделать. Надо будет поискать где-нибудь, посмотреть. Вот. На зиму она удобна будет. Начинает портиться погода, вот. Поедем мы на другой тачок, посмотрим, как там обстоят дела. Так что ставьте свои лайки, кому не нравятся дизлайки. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми видео. Пока-пока, до новых встреч.